В 2091 году повсеместные технические достижения и компьютеризация не изменили человеческую природу. Играть с людскими жизнями никогда еще не было так весело. Один. Все системы запущены. Ты в небесах. Ты здесь, чтобы убить босса. Они знают, что ты здесь. Делай, что я говорю, если хочешь остаться в живых. Теперь давай проверим управление. Всем привет, меня зовут Артур, и сегодня мы с вами посмотрим игрушку под названием Руинер. Если нас попрет это дело, то я думаю, что мы ее и начнем проходить. Это... старое доброе ультранасилие, которое у нас уже давненько не было. Поэтому я думаю, что это дело нам зайдет. Хорошо. Так, перемещаться при помощи ВСД, это понятно. Короче говоря, в это дело можно играть на самом деле и на геймпаде, но я предпочитаю в такого рода игрушки играть на клава-мыши, чтобы у нас был курсор. Так, ага. Что мы еще можем делать? Пока что я смотрю, что мы можем только перемещаться, но хотя, может быть, по ходу дела нас научат еще чему-то. Короче говоря, давайте, кого-нибудь мне уже, чтобы я мог кому-то надрать задницу, нет? После капхеда со всех сторон такого добренького, веселенького, я хочу ультра-насилия. Игра, в которой нам... Это спинно-мозговая игра, где думать нам, скорее всего, нужно будет по минимуму. Минимум думать, максимум убивать. Повеселимся, парни, взять его. Давай, удивите меня, охрана корпорации. Короче говоря... Так, хорошо, слоу-моу, но... Я его не включал, мне его включили автоматически. Короче говоря, все, что я знаю об этой игре, так это то, что... вроде бы как нам надо спасти нашего брата... И нам в этом деле будет помогать какая-то хакерша. Все, больше ничего не знаю. Кто ты? Просто ученый. Нет, я никого не буду убивать. Это еще женщина. Я, кстати говоря, очень красиво нарисовали. Мне прям нравится анимация. Короче говоря, будем придерживаться наших принципов. Мы не убиваем того, кто не хочет навредить нам. У нас есть конкретная задача. Что происходит? У нас есть конкретная задача. По идее, это нужно спасти нашего братца. И все. Рывок. Я так понимаю, что будут учить рывку, да? А, вот как оно работает. Понятно. Не, ну знаешь, это все очень сильно напоминает мне Next Machine, помните? Ага. Ого, тихо. Хорошо. Это было неожиданно. Next машину и... О, зараза. Нужно ее детонировать, а потом уйти от нее. Ага. Либо дождаться, когда она сама детонирует. Слушай, я когда в рывке, по идее, меня не коцает, да? Подобная механика была, по-моему, во Фьюри. Боже, вот действительно, больше сильнее всего это напоминает именно Фьюри. Угу. Кстати говоря, очень прикольно, я когда выбирал уровень сложности, там написали, знаете, что на самом сложном? Что это только для хардкорчиков. Сюда, говнюк. Я тебе сейчас твои слова тебе назад в глотку затолкаю. Ага, ага. Давай, повтори, что там сказал, скотина. Так, подожди, что это? Это, по-моему, лечение, да, или что это? Давайте, удивите меня, я пришел сюда за ультранасилием. Пугучий тварь. Нам, знаете, что нужно? Нам срочно нужно какой-нибудь огнестрел. Да твою дивизию. О, слушай. Ого. Что-то как-то внезапно я подох. Хорошо. Допустим, может быть, если я зажму кнопку, что-то... Пугучий тварь. Если я буду делать это ритмично, то... По мне хер кто попадет вообще. Я тебе говорю. Мы на этом собаку съели в свое время. Так, к этому надо пока привыкать.
На, банан. Тихо-тихо, да твою мать. Два выстрела, и я сразу же отъезжаю. Слушай, это круто. Я на самом деле, помимо того... Тихо-тихо-тихо. Про игру я не знаю ни хрена на самом деле, кроме того, что она должна быть довольно сложная, потому что я ее видел даже в каком-то топе сложных игр, что меня сильно привлекло. Хотя узнал я про игрушку, естественно, чуть-чуть раньше, чем посмотрел топ. Просто после Darkwood'а очень сложно найти замену, если честно. Да, твою мать, да ты посмотри на этих сестронцев, я сейчас глаз на задницу натяну. Если будете продолжать в таком же духе, бунон. Так, у них есть определенный тайминг того, как они... Ого. Определенный тайминг того, как они на меня нападают. Да твою мать, да... Да что происходит? Какого хера? Как я умудряюсь умирать? Теоретически, если я буду сжать ритмично... Давай, выпрыгивай. Если я буду сжать ритмично... Как нас учил наш старый добрый Гус энд Гоблинс. Они по мне ни хрена не попадут. Короче говоря, нужно привыкать. Да ты думаешь, как он тут тролли меня с этими пистолетами? Дайте мне хотя бы один. Я вам покажу, как с ними нужно... Какими нужно пользоваться. Ага. А я могу как-то блокировать, может быть, нет? Да, вряд ли. Слушай, ну мы залипли здесь на самом деле. Убить босса. Я с удовольствием... С удовольствием убью босса. Так, пока что, честно говоря, не просек фишку того, как работает... Что это? Мерки тратятся на способности? Способности? Я пока до конца не просек фишку того... А, ого, ты смотри, энергетический щит на пробеле у нас есть. У-у-у. Только он, смотри, у него есть слепая зона... я понял, у него слепая зона, она находится на спине. Понятно. Но зато можем лицом, по идее, ловить это дело, да? Сейчас следующий будет босс, я тебе говорю. Турель активирована, хрен знает. Не стреляй, что за херня творится, без понятия. Это абсолютно не имеет никакого значения, что здесь творится. Я могу сюда? Нет, не могу. Все, что меня интересует, это босс. Подать мне босса. Ага, турель все-таки активировали, засранцы. Хорошо, допустим. Думаю, что щит должен справиться с этим дерьмом. Боже, как давненько не было ультранасилия нашего любимого, господи. Я на самом деле даже подумал начать какой-то шутер из разряда, вот как Bulletstorm, есть такая игрушка, но... Тихо-тихо-тихо. Просто потому, что очень сильно хотелось пострелять. Но именно от первого лица. Но я думаю, что от третьего лица нам тоже должно понравиться. Так, знаешь, что нужно делать? Смотри, у нас набирается... Видишь? У нас набираются какие-то дыши. Я пока не совсем понимаю, что это означает, но... Это перегрев, я так понимаю, да? Или что-то в этом роде? То есть я не могу дышать бесконечно. У меня есть определенная... Хорош! У меня есть определенная... Да твою мать, да что? Собака! Ну, подыхают они очень легко. Ну и я подыхаю очень легко. Давай. Подходи. Да твою мать! Как он по мне попал? Я же даже пули не видел. Какого хера? Хорошо. Смотри, они рулят нас катаной, кстати говоря. Хорош. Так, если что, мы будем использовать сразу же щит. Ничего страшного, мы быстро с этим дерьмом разберемся. Привыкнем. Тихо. Хорош. По-моему, они еще своих могут ударить, да? Да возьми ты в руки пистолет, что ж ты как маленький. Тихо, тихо, тихо. А, смотри, получается, щит не работает в момент того, как я бью. Вот оно как, он слетает в момент удара. Так, будем знать, это важно. Я полагаю. Ох, нихера себе с автоматом. Тем не менее. Так, я вроде как начинаю немножко осваиваться, мне это нравится. Да давай уже, подавайся до своего босса.
На самом деле, тот, за кого мы играем, больше уже похож на конкретного... Это пистолет, между прочим, похож уже на конкретного киборга, который... Которому уже по большей степени насрать на... А я могу это делать не на колесике мыши, нет? Которому, по большому счету, уже должно быть насрать на своего брата и остальных. Мне кажется, что ему уже даже могут... А, во-о-о, отлично. Так, вот это мне уже начинает больше нравиться. Давай. Мясо кишки размазать по стенкам, да, черт подери. Тихо. Знаешь, что тут не хватает мне на данном этапе? Опа, я могу теперь уже подбирать, уже прекрасно. На данном этапе мне не хватает какой-нибудь замедления времени. Прекрасно. Они пытаются... Тихо. Ох, нихера себе, вот это надо поднять. Во, прекрасно. Да только посмотри на это. На эту машину смерти. Мультирывок, а ну-ка. Удивите меня. Ага. Так, ну погоди. А как много я могу таких рывков? Только три сделать. Они при этом не тратят у меня никаких... Этих самых... Никакой невносливости, ничего такого. Хорошо, а когда я буду его использовать? У меня время остановится в этот момент? Или же... Вот, кстати говоря, у меня очень мало боеприпасов на вот эту пушку. Это плохо. О! Понятно. Ага. Я не знаю, это безопасное место? А ну, давай попробуем. Конечно. О-хо-хо-хо, хорош. Превосходно. Попробуем вот так. Не успеваете за мной? Я теперь понял, чего мне, черт подери, не хватало все это время. Мне не хватало скорости. Да, мы уже довольно давно не играли в скоростные игры. В такие, которые можно прям подоминировать только так. Так, это что такое? Оружейный шкаф, ну-ка. Ага. О, знакомая механика на самом деле. Ну-ка. Подожди, это то же самое, что у нас было, разве нет? Арена. Давайте, удивите меня. Ага. Так, а ну погоди. Сейчас доберемся до вот этого товарища. Хорошо. О, хорош, что это было. Так, быстро до этого. Тихо. За спину. Эй, я забыл поменять оружие, ну ничего страшного. О, дробовик. То, что доктор прописал для такого. Для таких игр, да, черт подери. Боже. Я даже не думал, что меня так-то игра прям так пропрет. Тихо. За спину. Хорош. Тихо. Нет. Аккуратно. Я вроде как пытаюсь вовремя поменять оружие. Тихо. Вот так. Но я не успеваю ни хрена иногда. Тихо. Хватай. Надо просто вместо этой странной трубы, блин, взять нормальную катану. Какого хера? Там валяется катана, почему он ее не берет? Он берет автомат, но катану не берет. Ладно, хорошо. Не суть важно. Он, походу, знаешь, он когда дышит, он, по-моему, не может поменять на другое оружие. Давай попробуем. Нет, может. Это я просто, видать... На адреналине кликаю и не попадаю на кнопку. Точнее, перекликиваю кнопки. Угу. Так, я готов. Я полностью готов для того, чтобы надрать зад вашему боссу. Хорош. По-моему, я видел его мозг. А давай за его запутаем. Прекрасно. Тихо.
А? Как тебе такое? Три удара ему надо было, чтобы отъехать. Я думаю, что мы... Да-да-да, мы можем мины тоже так обманывать. Тихо-тихо. Мать твою за ногу. Так, тихо-тихо-тихо. Нет! Я прямо видел ту пулю смерти, которая... должна была меня убить. Тихо-тихо. Вообще, на самом деле, насколько мне известно, здесь тоже будет так... такое, как было в Каскаде, то есть имеется в виду... Тихо. А будут миссии, где надо будет проходить их на определенную оценку, я полагаю. Нет! Ах ты ж мать твою ж за ногу сраная мина. Ладно. Ладно, я был к этому готов. А если так, теперь ты видел меня, нет? Теперь тебе нечем меня увидеть, подлюка. Так, мина. Я думаю, что от мин надо все-таки просто дышать, чем... Можно их провоцировать, но... Короче, смотри, это действительно работает как в Юре, как в Hyper Light Drifter, то есть конкретно нужно ритмично дышать. Получи, тварь. Хорош. Так, я понял, у меня еще небольшая проблема с меткостью. Тихо. Так, за спину. Он, по-моему, знаешь, когда у него кончается оружие, он начинает подбирать первое попавшееся. Прекрасно. Я пока еще не разобрался. В смысле, не делай этого? Я так долго к этому шел. Я сделаю это, чтобы ты мне там не говорила. По-моему, это та самая хакерша, про которую нам говорили. Кстати говоря, я совсем забыл, что у нас есть вот такая способность. Нужно не забывать, это важно. Я тут столько народу переместил, не хочет, чтобы я убил кого-то босса. Да он просто должен помереть, просто потому, что он заставил своих людей страдать. Уже хотя бы поэтому он должен тоже отправиться за ними. Угу. Давай. Такие перекаты не помогут. Ты не в Dark Souls, товарищ. Очень кучно стреляет этот дробовик. Мне прям очень нравится. Невероятно. Да ты посмотри, они стрейфят. Рикошет прекрасен. Получи. Так, я понял. У меня есть небольшая проблема с тем, чтобы... Да я... Чтоб тебя черти драли. У меня есть небольшая проблема с меткостью, я заметил, да. Тихо-тихо, сюда! Ах же, что сволочи-то такие? У меня же есть этот самый, господи, как он называется, щит. Я его не использую нифига. Получу. А надо бы. Банан. Тихо-тихо-тихо. Будет действовать до тех пор, пока я... Не выстрелю. Неплохо он словил на самом деле. Тихо-тихо-тихо. Так, погоди. За спину. Получай. Мне очень нравится выпрыгивать к ним за спину и избивать вот этой трубой. Слушай, нам бы такие перекаты тоже пригодились бы на самом деле. Хотя у нас есть дэш, а у них дэша нету. Давай, я с удовольствием. Женщина, не мешай мне, пожалуйста. Я должен его уничтожить. Подожди, надо вернуться назад и пополнить запасы энергии. Ага. Где он там уже? Я переместил уже, не знаю, 300 человек.
хочешь убить моего босса. Я здесь, чтобы не дать тебе этого сделать. Все на своих местах, все как и должно быть. И я выпью за это, когда мы покончим с тобой. Взять его! Итак, час пробил. Босс ждет за этой дверью. Я ставлю таймер, когда он дойдет до нуля, ты умрешь. Убивай врагу, чтобы отстрочить неизбежное. Сражайся как можно быстрее, если хочешь жить. Да что ты там, блин, ублюдок! Он, походу, удовольствие получает от того, что происходит, да? Так или... Я не знаю, или он просто не заинтересован в том, чтобы... Так, подожди, это, по-моему, был... Ага, вот тот, кто нам нужен. Он, походу, просто не заинтересован в том, чтобы босс был убит, да? Да твою мать, слушай, это довольно жестко все. Мне прям дико нравится. Я могу, смотри, я могу немножко на... Да, видишь, я могу... Я могу немного замедлять время, когда... Когда пытаюсь перепрыгнуть куда-то. Тихо. Хватит мне 20 секунд, чтобы этому ублюдку жопу надрать. Ах ты ж мать твою. Я тебя тупо трубой сейчас заковыряю. Смотри, я еще каким-то образом умудряюсь сделать какие-то спецприемы, но я пока не совсем тоже про всю фишку, как я их делаю. Так, 15 секунд. Более чем достаточно. А теперь смотри. За спину. Раз, два, три. Получи под вот так. Просто сейчас дубинкой его. Вот так туда. Давай еще раз. За спину. Я все равно тебя словлю и отхлестаю дубинкой по заднице. Так, а вот твоих миньонов можно... И обычными пистолетиками заковырять. Все. Уж ты мертв. Наш хозяин. Я, кажется, начинаю понимать, все-таки действительно мои подозрения были верными. Подозрения мои были верными в том плане, что мы все-таки наполовину конкретно киборг, которого превратили, то есть у нас нет никаких целей сейчас конкретно. У нас будут цели, когда нас хахнут, я полагаю, да? Господня, я не опоздала? Ты в порядке? Я пыталась добраться до тебя. Кто-то взломал твой чертов мозг. Это подстава. Они послали тебя убить босса небес. Еще плохие новости. Они забрали твоего брата, чтобы ты сделал работу. Это значит, они его убьют, если мы не найдем его раньше. Выбирайся отсюда, живо! Направляйся в Южный Ренках, я свяжусь с тобой там.
Что у нас тут? Подарочек от Санты? Ты не в форме, парень. Пары запчастей не хватает.